Я вас приветствую. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам хочу предоставить новый вариант 2 плюс 1 в районе Оба-Гёль. Расстояние отсюда до моря максимум 400 метров. Вся полезная площадь где-то у нас 95-100 квадратных метров как минимум. От стены до стены. Не брутто, а нетто. Здесь кухня покрашенная. Вот. Дверца покрашена, так что придется потом менять. Ага. Столовая часть. Так, выйдем на балкон. Есть открытый бассейн. Вот он, бассейн. Залит водой, заполнен. Ухоженная зеленая территория. Там зонтики, шезлонги в этой стороне. Вот там тоже два бассейна, короче. Это другой блок. Первый балкон, который можно застеклить. Вся инфраструктура для жизни в шаговой доступности. Торговый центр Аланиум. Торговый центр Метро. Супермаркет Метро. Кое-какие детали еще не установили. Все установят. Здесь прихожая. Первая спальня. Мебель новая, как видите. Кровать все новая. Первый санузел. У меня есть срочная продажа в районе Махмутлар, дорогие зрители, в новостройке. Проект называется Текинулу. Седьмой или восьмой этаж от земли. Вид на горы, видит море, расстояние до моря максимум 600 метров. Там цена срочная продажа 120 тысяч евро. Таких цен нету. В этом проекте я делюсь. Двое-трое позвонили. Ну, пока с деньгами не мог решить вопрос. За это мне надо срочно ее продать. Так, здесь второй балкон. Сторона как восточная, так же северо-западная. Квартира находится на среднем этаже. Душевая кабинка большая. Еще что еще показать. Проект 2005 года. Вот такой лифт. Дорогие зрители, цена этой квартиры 153 тысячи евро, айдат 500 лир. У меня есть также бюджетные варианты в районе Тосмур, у речки, у моря. Там цена 138 тысяч евро. Есть за 145 тысяч евро, есть за 165, 108, 190, 200, 205. Ну, с огромной территорией, побольше, чем эта квартира. Так что звоните, любой вариант на ваш вкус и цвет. Все, с вами был Агаси, Солнечный Алания, район Оба-Гёль. Квартира подходит под ВНЖ. Передали, как говорится, оформление документов в нотариусы, но я узнал, что нотариусы сейчас более дороже обходится это удовольствие оформления квартиры, а также занимает долго, чем подавать заявку сразу в топокадастр. Так что таких сильных больших изменений нету, только побольше налогов платить нужно будет. Все, потом в прямом эфире все подробно расскажу. Я-то недавно отдыхал в Фетхие, там Каш, кто смотрел ролик. Ну, подробно все плюсы скажу. Лучше Алании места нету для жизни 12 месяцев именно. А так погулять, поехать там, отдохнуть, увидеть новую красоту, да, можно. Пока-пока.